Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталія Мосійчук. І я дуже вдячна за те, що ви приєднуєтеся до нашого каналу. У нас вже більше 500 тисяч. Дуже рада, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки. Зробіть це просто зараз, авансом, тому що бесіда буде цікава, я сподіваюся. Я рада вам представити сьогоднішнього гостя. Це Сергій Жернов, екс-розвідник КДБ СРСР. Пане Сергію, вітаю вас. Спасибі, що долучилися. Вітаю вас, Наталія, і вітаю усіх наших глядачів. От ви, звісно, мультилінгвал, у вас хорошо виходить. Рада вас бачити. Я би дуже хотів приємно теж з вами привітатися, Наталія. Я дуже би хотів говорити по-українськи, мені дуже подобається український язик. У нас в сім'ї, кстати, частично говорили, тому що моя тетя, ми її сослали, а ми жили в Подмосков'ї тогда. Бабушка по материнской линии. Она там хулиганила, и чтобы ее оторвать от хулиганской компании, ее сослали в шахты, которые тогда принадлежали Украине. Вот, и она заканчивала среднюю школу в Украине, у нее диплом на двух языках, на украинском и на русском. Вот, и, соответственно, там все песни там, и так далее. Я пою, кстати, песни украинские, там кое-какие, некоторые. Ну, самые там, да. «Неси Галя воду» там, и так далее. «В чем ты не пришел?» И прочие замечательные песни. И «Червона калина». Калина. Да, «Червону калину» сейчас уже во всем мире поют, да. Путают, да, кстати, с гимном. Верно. Думают, что это гимн. Вот, украинский. Угу. Да. Сергей, знаете, я о чем решила с вами поговорить? Поскольку вы разведчик, и у вас специализация, она предусматривает такие разговоры, я подумала, вот сейчас из России наметился такой исход, я бы сказала, людей из силовых ведомств. Из того, что я знаю, говорят, что таких людей много. Из того, что люди знают, ну, мы видим вот нескольких, да, и в том числе Глеба Караулова, или Каракулова, по-моему, он Каракулов, Каракулова. Это капитан ФСО, да, который убежал на Запад, дал большое интервью, вот, про Путина, про систему его безопасности, про то, как с ним работают там охранные ведомства и так далее. И я подумала поговорить с вами об этом явлении. Насколько это явление частое? Насколько это явление может говорить сейчас о том, что вот в России действительно сейчас началась вот эта лихорадка, когда именно эти люди стараются себя обезопасить и уехать из Российской Федерации? Ну, может быть, для начала, если это возможно, вы поделитесь историей, как вы оказались на Западе, для того, чтобы понять, вот, разная ли она у всех людей, которые исходят из таких ведомств? Ну, во-первых, истории, конечно, разные у всех. Истории, причем она разная у всех в разные периоды времени, да, потому что был период после революции, был период сталинский во время чисток, когда чистки происходили, кстати, в органах, и кое-какие люди либо бежали на Запад, либо не хотели возвращаться на Запад. Вот самая известная история с резидентом Орловым, который остался на Западе, который написал Сталину письмо, типа, меня не трогайте, потому что если тронете, то у меня есть куча документов, которые я обнародую, и тогда вам будет плохо. Его действительно не трогали. Вот. Потом была история, были истории военные и послевоенные, когда во время войны кто-то оставался на Западе. Не обязательно сотрудники спецслужб, но в том числе и сотрудники спецслужб, а также, кстати, агентура, потому что когда всегда есть какая-то миграция и движение с одной стороны или в другой стороны границы, всегда эту миграцию используют в том числе и спецслужбы. То есть здесь надо быть очень аккуратным, потому что, вот, кстати, про этого Глеба Каракулова, там некоторые люди начали говорить, ну а вообще как-то ему удалось, и вот вообще там ФСО там за ними глядят, и как-то и семью ему удалось вывести, и вообще это подставной засланный казачок, как бы. Вот такие, кстати, варианты были в советское время. Из спецслужб, как правило, бежали на Запад сотрудники разведки. Причем сотрудники всех разведок, и разведки первого главного управления КГБ, и ГРУ, главного разведного управления Генштаба. Потому что сотрудники разведки – это люди вообще, которых готовили к работе на Западе, раз, которые говорили на иностранных языках, два, которых учили конспирации, три, и которых готовили к незаконной деятельности, потому что разведка – это преступная деятельность,
которая запрещена на территории Российской Федерации, за нее сажают в тюрьму, а вот вне территории Российской Федерации за нее дают ордена. Вот. И люди, которые работали в разведке, вообще они всегда считались такими полудиссидентами, потому что внутри все было зажато, а работнику разведки надо вербовать кого-то, да, поэтому он не может пересказывать передовице «Правды», передовице газета «Правда». Кстати, работникам разведки разрешалось считать все, за что сажали. То есть вот там внутри страны, если у вас был архипелаг ГУЛАГ, вы могли получить 5 лет. А сотрудника разведки надо было читать архипелаг ГУЛАГ, потому что если он, когда он оказывается за границей, ему задают, если ему задают вопрос по поводу этой книги, он не должен был говорить, что вы знаете, а вообще я ее не читал, потому что она у нас запрещена, за нее сажают. Ну, да. Вот, надо было говорить, нет, у нас вообще свободно, мы можем читать все, что угодно, и я читал вот и ГУЛАГ там, и так далее, и тому подобное. Кстати, у меня из-за этого было препирательство, когда я был студентом ГИМО в 80-м году, меня допрашивал лично Владимир Владимирович Путин во время Олимпиады. Я его поймал, кстати, на этом деле, потому что он сказал, а кто вам дал почитать архипелаг ГУЛАГ? Это был разговор на Лубянке, ну там на Кузнецком мосту, приемной КГБ. А я говорю, Андрюша Брежнев. Он говорит, какой Брежнев? А вот такой, внук генерального секретаря ЦК КПСС. И все, и он заткнулся и отпустил меня в итоге, и ничем это для меня не закончилось. Вот, то есть разведчики, конечно, сбежали. Кстати, в истории можно легко назвать больше 100 имен людей, которые вот из разведки перебежали на Запад. Из других служб такого было меньше. И вот людей из других ведомств довольно мало. Вот так на слуху или из известных людей, или исторически известных, да, вот был некий там фотограф аппарата ЦК КПСС, был огородник, который работал в МИДе, и в общем все, и больше почти ничего. И вот сейчас, когда вы говорите, там пошла волна, я пока еще не почувствовал, что есть какая-то волна, да, потому что вот мы, те, кто сейчас крутимся в каких-то медийном пространстве, в каком-то медийном пространстве, бывшие сотрудники, это кто там, я не знаю, там, ну, Калугин, Швец, я, еще кто, Гудков старший, да и все. И, в общем, больше никого так вот напрямую связанного с КГБ. Может, я кого-то забыл, но, в общем... Понимаете, это все на пальцах одной руки или там в лучшем случае или в худшем случае на пальцах двух рук можно пересчитать. Вот, то, что пока что я не вижу, вот кроме Каракулова, когда это громкая такая история была о том, что кто-то начал из спецслужб российских перебегать. Говорят, что этих людей тщательно скрывают. Они на погонах у них больше, чем у Каракулова звезд. Угу. Ну, вы знаете, у меня есть партнер по YouTube-каналу, который создал свой Telegram-канал и YouTube-канал, который довольно популярен, который представляет себя как генерал-лейтенант службы внешней разведки. Да? Вот я не знаю, правда это неправда, я не знаю, как его зовут, он скрывает свое лицо, но мы каждую неделю с ним по воскресеньям делаем анализ недели на моем и на его канале. Вот это вот самый высокопоставленный человек, который до сих пор как бы вот... Но подтверждения этому официального нету, да. А дальше я согласен с вами, что в любом случае, когда сбегают какие-то или там переходят, или уходят представители спецслужб, то никаким спецслужбам это не нравится. Моя история в этом смысле тоже особенная, потому что моя служба в КГБ закончилась, поскольку сам КГБ прекратил существование. В 91-м году Горбачев принял решение о расформировании Комитета госбезопасности в октябре месяце. Дальше запретили коммунистическую партию, на которую работал КГБ. Он был боевым отрядом Коммунистической партии Советского Союза. И затем распался Советский Союз. И с этого момента, с 25 декабря 91-го года, у меня прекратили все обязательства юридические, моральные, перед теми службами, которым я давал присягу воинскую, как офицер советский офицер. Где этот период вас застал? Где эти даты вас застали? Вот, этот период, вы чувствуете, как журналист, очень хорошо историю, потому что это меня застало в Париже, когда я со статусом нелегала, но под своей фамилией учился в Национальной школе администрации при премьер-министре Франции.
И, соответственно, тогда, вот строго говоря, все офицеры КГБ должны были взять свое личное табельное оружие и выйти защищать КГБ, Компартию, Советский Союз с оружием в руках, так, как они давали это, в этом присягу. Путин находился в этот момент в Ленинграде. Он этого не сделал. То есть с точки зрения Советского Союза он является предателем. Патрушев находился там в Карелии или где там он был. Он этого не сделал. Он тоже предатель. Бортников тоже находился в России, он этого не сделал, он тоже предатель Советского Союза. Боже мой, какую надежду вы нам даете. Естественно. Это, кстати, я всегда напоминаю, потому что люди забывают об этом деле, потому что там же присяга КГБ звучала так. А если понадобится, отдам даже жизнь ради защиты идеалов Коммунистической партии Советского Союза. Кто из них отдал свою жизнь за защиту идеалов Коммунистической партии Советского Союза? Дальше мне задают ехидный вопрос. Ну, вот ты же тоже давал такую же присягу? Я говорю, да, давал. Но я был в Париже в загранкомандировке, в долгосрочной загранкомандировке под легендой и под крышей во французской школе, которая готовит элиту французской администрации. Вот, и по этому поводу, когда ты находишься в загранкомандировке, с тебя снимают эти обязанности, потому что, ну, грубо говоря, вот я же не должен был, когда ходил в этом самом, в этой школе, я не должен был ходить на партийные собрания в посольство Российской Федерации или там Советского Союза в Париже. Вот. Я не должен был ходить вообще в это посольство. Не должен был с ними поддерживать связь. То есть у меня была абсолютно автономная миссия, и, соответственно, я не должен был брать автомат Калашникова и бежать защищать Советский Союз. Вот. Когда все это дело распалось, мои отношения закончились с этим, так сказать, юридически и морально, и этически. И в 92-м году, когда я вернулся в отпуск, я написал заявление и благополучно был уволен из СВР, которая стала преемницей, считала себя преемницей первого главного управления КГБ, в связи с переходом в гражданское учреждение. Что у меня записано в военном билете, потому что в 93-м году я встал на воинский учет по директиве Генштаба в Министерство обороны, то есть в комиссариате по месту жительства, мне выдали военный билет офицера запаса, где написали, значит, уволен из ВЧ-54-282 в связи с переходом на работу в гражданское учреждение. Все закончилось. Какое же у вас звание, господин Жирнов? Звание тогда было майор. Тогда было майор. Вы, наверное, уже генерал. Нет, я полковник запаса. Вы знаете это, вообще-то я мог, конечно, быть генералом, безусловно, потому что один из моих приятелей, с которым я учился в Краснознаменном институте в один год, ну, помимо Путина, но Путин был на другом факультете, учился в 84-м году, с 84 по 85-е. А на основном факультете в Челобитии я учился с неким Володей Небываевым, который стал генералом СВР. И был официальным представителем СВР в Украине до 2018 года. И его из Украины, попросили после истории со Скрипалями. Вот. Кстати, вы можете прогуглить, с ним там было еще пара каких-то случаев, потому что в 2017 году есть в Украине ролик, когда его дорожная полиция в Киеве задержала среди, там их трое было в дипломатической машине, который управлял человек, который был в подпитии, да, они все возвращались из ресторана, за ними, судя по всему, СБУ посмотрела и сказала, что это хороший повод, так сказать, их взбодрить немножко, это было сразу после Пасхи или какое-то такое страстное воскресенье, вот, и он там оправдывается, что типа, а мы ничего не пили, а нашли чек, где его... они в этом чеке написано 6 рюмок водки или там чего-то еще, и вино какое-то. Вот с ним такая история была. А потом в 2018 году его просто официально было 13 человек, представителей спецслужб российских, которые официально работали в посольстве Российской Федерации и в консульстве, по-моему, в Одессе, их выгнали из Украины, и в том числе этот самый Володя Небываев, который, кстати, был парторгом нашей группы в КАИ, и он давал мне рекомендацию о вступлении в партию.
То есть я его очень хорошо знаю, и мы с ним... Боже мой, какая земля круглая, как все близко. Да, даже дружили. А еще, она еще круглее, на самом деле, да, потому что вся эта история... Почему я про него вспомнил? Потому что 2 недели назад был скандал в Совете Европы. Потому что выяснилось, что в Совете Европы работает в аппарате этой Совета Европы международным чиновником некий человек, которого зовут Игорь Небываев. Игорь Владимирович Небываев. И он не просто работает, а он в этом аппарате возглавляет подразделение, которое занимается борьбой с отмывкой денег. Сын? Россиянин. И он сын Володи Небываева. Он сын генерала СВР. Сын генерала СВР работал в Совете Европы, в аппарате Европы, начальником отдела, который должен был бороться с отмыванием, незаконным отмыванием денег. Это от Российской Федерации. Это, естественно, 2 недели назад был огромнейший скандал. Ему пришлось уволиться. Но вот такая вот круглая земля. Ну, а я-то уволился, значит, в 92-м году. Сергей, а можно одну секундочку? Вот прежде чем вы уволились, скажите, пожалуйста, я так поняла, что ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты Америки не поразрывали все договора с Российской Федерацией. Например, действуют до сих пор договора по ловле, по наркоторговле. Да? То есть все равно есть какая-то кооперация между Евросоюзом, структурами и Соединенными Штатами Америки, правда? То есть какие-то люди от Российской Федерации на каких-то там постах в каких-то определенных структурах могут до сих пор пребывать, работать. Да, наверняка они разведчики, но как бы они закрыты формальным статусом. Я правильно говорю? Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Причем они раньше вот такие люди были либо полицейскими, либо контрразведчиками, то есть ФСБ или МВД. Вот. А на исходе Советского Союза, в начале России, даже такой статус получили официальные представители СВР. То есть, вот, допустим, генерал Лебедев был официальным представителем СВР в Вашингтоне, и когда Путин пришел к власти в 2000 году, он его отозвал из Вашингтона и назначил директором службы внешней разведки вместо Трубникова, который был ставленником Привакова. И вот Володя Небываев, мой приятель по УКИ, он у вас был официальным представителем СВР в Украине до 2018 года, это 4 года вы уже вели войну с Российской Федерацией. У вас была война с Российской Федерацией, у вас был захваченный Крым, у вас уже были военные действия в Донбассе, в Луганске и в Донецке. Вот треть территории этих республик уже оккупированы были этими российскими войсками. И там полковник ФСБ Гиркин заведовал Министерством обороны в Донецке. И в это время официальный представитель СВР России был, присутствовал в Киеве, работал в российском посольстве и был аккредитован при ваших, соответственно, органах, в том числе при СБУ, при СВР и так далее. Ой, Сергей, я вам скажу, что... А сейчас можно после этого вашего всего поставить запятую и сказать, уже 9 лет войны, уже, значит, там тех нет, а те далече, что называется, а у нас до сих пор, знаете, там есть лавры, где сплошная разведка, которые считают своим правителем Путина. Ну, слушайте, я вчера с удивлением обнаружила, как монашки говорят, а кто такой Путин? Их спрашивают, они говорят, как же, деточка, правитель наш. Знаете, я думаю, боже мой, бабка, тебя лечить, ну, правда, или депортировать, потому что зла ты несешь больше, чем добра. Вот, и я вам скажу, да, все это есть. Конечно, верно. И это присутствует, во-первых, в международных организациях, там какой-нибудь Европол, Интерпол, естественно, вы правы, борьба с оргпреступностью, борьба с отмыванием денег, борьба с экономическими преступлениями, борьба с наркоторговлей, борьба с... международной проституции и так далее. Везде постоянно и по-прежнему присутствует Российская Федерация. Я уверен, что даже в Вашингтоне есть даже генерал СВР, который сидит в Вашингтонской резидентуре и официально там встречается время от времени с руководством ФБР, ЦРУ и так далее. Ну, процессы пошли. Смотрите, когда начиналось до полномасштабного вторжения, да, повысылали там кучу дипломатов. Помните, какой был исход дипломатов из разных европейских стран, в том числе и бывших стран соцлагеря? Ну, вот на днях попросили, кажется, 30 из Германии, да, должны уйти. Да, где-то там 30 из Германии, а перед этим еще 15 человек из Норвегии.
То есть это из Норвегии. Очевидно. Вот. Россияне должны были 20 немецких выслать назад. Хорошо, ладно. Интересно. Это вот очередная волна. Кстати, напомним общую цифру. За прошлый год я насчитал там больше там, между 450 и 500 шпионами под прикрытием разведки было выгнано за весь год. Хорошо. Вот на вашем примере, когда разведчик принимает решение или представитель силового какого-то ведомства остаться или уехать за границу, что им руководит? Вот Каракулов сказал, что страна идет не в ту степь, да, и я принял решение уехать, потому что я как бы сознаю свою вину, степень, глубину и так далее. Как это было в вашем случае, и как вы после того, что вы подписали все документы, да, уволились, стали капитаном запаса, и вы... оказываетесь майором. Опять где? Во Франции? Майором, да, извините. И потом вы оказываетесь опять во Франции? Как это сделать? Да, значит, моя история, у меня шпионский роман. Вся моя, жизнь – это роман, и в частности шпионский роман. Потому что я уволился очень хорошо, значит, встал на учет в военкомате. Причем, когда я вставал на учет, значит, начальник третьего отделения Тимирязевского военкомата посмотрел мою характеристику и говорил: вообще, а почему они тебя уволили? У нас такую характеристику в Академию Генштаба направляют, которую они тебе дали. Он очень был удивлен, что, значит, меня уводили с такой хорошей характеристикой. Вас, отпустили без всяких проблем. Вот, все было замечательно, а потом я влез сам обратно в проблемы, потому что я стал работать в Швейцарии со швейцарскими клиниками, и в 96-м году, когда были перевыборы Ельцина, он был больной, у него было 2% всего лишь популярности, больное сердце, а я работал с медицинским центром аппарата президента Российской Федерации. То есть с Кремлевской больницей, с бывшим, то, что называется, четвертым главным управлением, под управлением академика Чазова. Вот. Uh-huh. И шел разговор о том, чтобы ему сделать операцию на сердце в Швейцарии под чужим именем. И то есть я стал обладателем очень больших секретов. Все напряглись и сказали: давай-ка ты возвращайся обратно там, в какую-то спецслужбу, какую хочешь. Хочешь в ФСБ, хочешь в ГУ, хочешь в СВР. Ну, в СВР тебе будет, наверное, приятнее. Вот, потому что у тебя там приятели какие-то есть. Кстати, тогда вот бывший секретарь парткома управления нелегальной разведки Волков уже был генералом армии и был, по-моему, начальником управления кадров СВР. То есть, в принципе, у меня, кстати, была бы большая возможность стать там большим генералом, учитывая то, что два моих ГИМОшных сокурсника стали олигархами, в том числе Володя Потанин, который был первым заместителем председателя правительства с 96 по 97 год. То есть я мог бы стать даже директором СВР, в принципе, в такой ситуации, вы понимаете. Вот. Я даже не знаю, в плюс это или минус пошло нам, когда бы вы были нашим врагом. Да, естественно. Но вы понимаете, что я на самом деле воспользовался этим моментом, чтобы расстаться со шпионской деятельностью, потому что я туда не хотел идти служить, они меня как бы, ну, условно заставили. Вот. Но это долгая история, это надо отдельную передачу делать. Вот. Они меня стали шантажировать. Они меня стали шантажировать в 97-98 году, в общем, говорить: давай, давай, давай. Вот, я не хотел, и для того, чтобы избавиться, ибо я понял, что вот пока не станет известным публично факт моей бывшей принадлежности к разведке, они меня будут шантажировать до конца жизни. Вот. А рассказать это я не мог, потому что они в 93-м году приняли закон о внешней разведке, и по которому принадлежность, там 18 или 19 статья, принадлежность бывших сотрудников, в том числе и Советского Союза, органам разведки являлась государственной тайной, и их нельзя, кроме как по решению органа разведки. Вот. Ну, в общем, они меня как бы держали в узде. Вот. И я придумал очень смешной способ. Я просто подал иск гражданский о выдаче мне шпионского диплома Краснознаменного института. Вот. Это было очень смешно, там заинтересовались газеты. То есть, грубо говоря, я нашел способ, когда по одному закону я не мог это сказать, а по другому закону они должны были выдать мне этот диплом. И если бы они мне его выдали, то все, я его вешал в интернете, и всем было бы все понятно.
Вот, они уперлись Вопрос. Да. Сергей, извините, да. Сразу. Очень интересно, хочется... Смотрите, вот мы сейчас думаем над тем, а какой Россия будет после войны. И мы говорим там о том, что Россия должна выплатить репарации, Россия должна там отползти там на столько-то километров. Россия, вероятно, этот пункт еще не стоит, но он разрабатывается. Про денуклеаризацию Российской Федерации, да, тоже говорится об этом. Скажите, а стоит ли среди пунктов требований, да, к проигравшей стороне предъявлять такой пункт, как открыть все архивы и показать, а кто есть разведчиком, кто был разведчиком, кто останется работать все-таки на Россию? Ведь есть люди, которые даже если Россия будет признана виновной в этой войне, да, Россия будет там обязана выплатить, да, все то, что, заплатить за все то, что она натворила в Украине, но ведь будут люди, которые там, условно говоря, если раньше это из Аргентины, да, портили там кровь, да, то из Центральной Африканской Республики что-то могут там руководить, делать и вести подрывную деятельность. Нет. Вот какое-то что-то такое, чтобы раскрыло всю эту сеть. Как вы думаете, стоит ли это вносить в требования? Да, я думаю, что стоит обязательно вносить требования. То есть, ну, грубо говоря, нужно проводить люстрацию, да, и которая, кстати, не была проведена никогда ни после Сталина, ни после распада Советского Союза. Это очень большая ошибка Ельцина и тогдашнего руководства, потому что, ну, они боялись просто, да. А, кстати, в разведке вот поэтому нас тогда так спокойно отпускали с такими характеристиками. Но это означает, что силовой блок вообще не менялся. Вот Фельштинский, историк, он прав. Он говорит, что начиная от силового блока Дзержинского, да, он просто перетекал и все время, в общем-то, был в... и все время правил. Вот, да. Он, то, что он правил, это не совсем правильно, потому что это можно сказать только о Берии, потому что Берия, кстати, стал государственным деятелем. Он довольно быстро перестал быть народным комиссаром внутренних дел, то есть НКВД, и стал даже первым заместителем представителя Совнаркома, то есть стал заместителем Сталина. Вот про него можно сказать, что он был политическим руководителем. Дальше политическое руководство у кого было? У Андропова. То есть да, у Андропова, ну, Шелепин пытался, потому что он принимал участие, Шелепин и Семичастный были, соответственно, сначала там комсомольскими лидерами, потом партийными, потом председателями КГБ, и оба участвовали в заговоре против Хрущева в 64-м году. А дальше Андропов, а дальше Чебриков, а дальше все, кстати, председатели КГБ по статусу по своему были членами Политбюро, то есть членами политического руководства. Но КГБ был боевым отрядом Коммунистической партии Советского Союза. То есть, грубо говоря, вот даже когда Андропов в 67-м году пришел в КГБ председательствовать, да, он пришел туда с поста секретаря ЦК КПСС. И он говорил всегда, что я не военный, я не чекист, я партиец, который пришел руководить чекистами. И он mm-hmm. согласился надеть, кстати, погоны генерала-полковника только в 1973 году, а потом генерала армии ему дали, по-моему, в 1975-1977 году. Сейчас у чекистов все поменялось после Путина. Сейчас чекисты не просто, их даже до Путина это было, при Примакове, когда чекисты стали править. Потому что Примаков, будучи сначала директором СВР, стал министром иностранных дел сначала, а потом представителем правительства и, в общем-то, готовился стать президентом Российской Федерации. И у него были, кстати, шансы. И именно поэтому Путина и поставила семья Ельцина, потому что они боялись, что придут государственники типа, такого коммунистического типа, вроде Примакова и Лужкова, и их всех расстреляют, и их всех раскурочат. Вот. А при Путине просто... Просто чекистская хунта, кстати, вернулась, вот чекистская каста вернулась. Это был первый раз, когда чекисты стали править, потому что до этого они были все-таки находились под, так сказать, под контролем партии, руководящей и направляющей. Хорошо. Когда такие люди, как вы или вот Глеб Каракулов, появляются на Западе, они должны принести в клюве какие-то секреты для того, чтобы там, получить ну, какую-то материальную поддержку, вероятно, какую-то охрану. Как работает Запад с такими людьми?
Это опять очень индивидуальная вещь. В моем случае именно поэтому у меня были огромные проблемы после того, как я уехал. Но для того, чтобы сокращать немножко в двух словах, значит, меня пытались вот после этих историй с моими судилищами, потому что Московский городской суд сначала мне отказал, я делал апелляции, дошел до кассационной коллегии Верховного суда, и люди поняли, что, в общем, все это дело очень неприятно для службы, и они попытались меня в январе месяце 2001 года отравить. Это не удалась штука, потому что это вот не так, как Скрипалей, то есть там не быстродействующий яд, а там был долгосрочный яд. Мне удалось понять, что это дело. Мне знакомый врач помог понять это дело. Мы разыграли комедию, в общем, они мне дали противоядие, но я понял, что меня посадят тогда примерно так же, как одного бывшего офицера, сейчас я вот, у меня вылетела фамилия его, которому просто подбросили патрон и потом дали ему 5 лет за незаконное хранение оружия. Трепашки. Ух ты. Вот, вот. Я считал, и за мной стали ходить, то есть, в принципе, я за собой увидел наружку, понял, что в 2001 году мне надо делать ноги. Это было сложно делать. Вот у меня была такая же ситуация, как у Каракулова. То есть мне надо было готовиться к побегу. И я его сделал, провел так же успешно, как и он. Вот. Но я уезжал из Российской Федерации, вот, взял с собой все документы, меня, значит, на Шереметьевской таможне остановили, сказали, что это вы там берете с собой все документы, так много, вы что, навсегда хотите уехать? Вот, а я говорю, да нет, вот, знаете, просто вот у меня однокомнатная квартира, я уезжаю сейчас на 3 месяца, вот, видите, у меня там билет 3-месячный. Вот, а в России там воровство какое-то, я просто боюсь оставить эти документы, но если вы хотите, вот если у вас есть камера хранения здесь, давайте я вам оставлю. Вот, они сказали, нет, не надо нам никакой камеры хранения, и выпустили меня. Вот, и, кстати, при Путине надо вам отметить, что границы, в общем-то, были всегда открытыми. То есть Путин предпочитал, когда люди сами уезжают, потому что с глаз долой и сердце вон, да, и человек, который уехал за границу, в общем, при Путине... А если надо, мы тебя и там найдем, да? Как да, Скрипалей. Конечно. Как Скрипалей, как Литвиненко, как еще много кого. Яндарбиева там и так далее. Вот. Угу. Я уехал таким образом. Но они, кстати, считали, что я просто возвращаюсь, что я там разыграл комедию, что я вернусь, конечно. Вот они за мной смотрели. А дальше в 2002 году я подал прошение о предоставлении мне политического убежища. И здесь завертелась вот та история, о которой вы говорили. Потому что, естественно, французы, у которых я был, шпионил на их территории. Я шпионил в их самой главной школе, которая готовит французов администрацию, они говорят, ну а теперь ты у нас просишь, так сказать, убежище. И вот, естественно, были разговоры со службой контрразведки, которая пыталась понять вообще, сколько ущерба я ей нанес, вот, которая, кстати, не могла меня определить очень долго, то есть они очень были, для них это было очень неприятно, потому что они считали, что я был чистым человеком. Вот, ну, обычным советским человеком все люди могли работать на КГБ, но они не считали меня кадровым сотрудником службы внешней разведки. Вот, и они, в принципе, со мной повели себя очень прилично, потому что они от меня не требовали ничего, то есть они говорили, что если хочешь нам рассказать, ты нам можешь рассказать, но если не хочешь рассказать, мы, в общем, не будем тебя пытать, не будем загонять тебе иголки под ногти, не будем давать тебе какие-нибудь там препараты психотропные, под которыми ты сам нам расскажешь все, что нам интересно. Вот это всегда мой вопрос. Зачем мучить человека, если можно дать таблетку, и он тебе сам все расскажет, как бы, ну... Мне так кажется, да, конечно, под наркозом легким. Конечно, но это, так сказать, когда нормально, когда интересом контрразведки является получение информации. А мучить человека – это когда просто люди садисты. Вот Путин садист, там Пригожин садист, поэтому вот надо убивать кувалдой, да, вместо того, чтобы просто расстрелять человека там, и так далее. Вот, это просто садизм и так далее. Вот, Сергей, тот же Осечкин говорил, что когда вагнера попадают на Запад, они начинают с того, что они, например, там, на французском пограничном контроле, когда прилетают, они говорят офицеру этого погранконтроля, что я вот такой, я хочу сдаться. Или же, если они проходят контроль, они подходят к любому полицейскому на улице и говорят, я такой-то такой, я хочу сдаться. Это правда, да? Так действует или нет?
Да, естественно, это для нормальных людей, потому что я не нормальный человек, да, вы понимаете, я был сотрудником, старшим офицером нелегальной разведки, поэтому я говорил на французском языке, у меня была недвижимость во Франции, и по этому поводу у меня совсем другой, другой вариант, потому что люди, конечно, которые приезжают, они должны обратиться к первому представителю любому французской власти, кстати, может быть не полицейский, может зайти в мэрию в любую, потому что мэр любого французского города обладает статусом полицейской функции, то есть ему можно это рассказать. И потом, так сказать, уже начинается процедура, но для них процедура почему? Потому что они должны попасть в какой-то там фильтрационный лагерь, условно говоря, ну там не фильтрационный лагерь на самом деле во Франции, а просто какое-то учреждение, которое занимается приемом беженцев, и дальше подать заявление в префектуру, и дальше есть целая процедура. Для меня это все не работало, потому что у меня были давнишние связи во Франции, поэтому я, кстати, раздумывал долго, подавать мне или не подавать, и подал только в феврале 2002 года. Вот. И анекдот был очень большой, потому что обычно все-таки люди, которые подают на статус беженца, это какие-то чернокожие люди, которые из какого-то Востока, с Юга, из Латинской Америки. Ну, все они цветные, условно говоря, да. Вот. И с ними приходят французы, которые переводят, помогают им переводить, потому что большинство из них не говорит по-французски, не знает ничего. И вот, значит, префектура обычно такой тандем, значит, человек из французской ассоциации, который помогает этим беженцам, и человек, который претендует на статус беженца. Вот. И я вхожу в префектуру, значит, обращаюсь к работнице, вот она на меня смотрит и говорит, ну, а где ваш этот там, клиент, с которым ведите. Мы пришли? Да, введите. А я говорю, а я сам клиент. Она, значит, ну типа говорит, ну ладно, хватит прикалываться, давайте, зовите вашего человека. Я говорю, нет, я сам клиент, реально. Вот. А она, значит, говорит, ну, а что вы меня разыгрываете, вы же француз. Я говорю, нет, я не француз, я вообще русский и так далее. Ну, я все-таки работаю в нелегальной разведке, то есть я говорю французский как француз. Вот. И это была очень смешная история. И они, значит, собрали всю префектуру на меня смотреть. И потом без очереди пускали, потому что там каждые 3 месяца надо возобновлять эти документы. И мне их делали отдельно, без очереди пускали, потому что я для них был такой вот этот, белый вороной абсолютно в этой истории. Хорошо, охрана и материальное обеспечение. Такие люди, как вы, получают от страны? Значит, люди, которые запрашивают статус беженца, они получают материальное обеспечение, они могут получать, я сейчас не знаю уже сейчас, но в мое время это было 300 евро в месяц, и возможность вот, там, проживать в каком-то там общежитии для беженцев. Там какую-то часть на себя берут ассоциации, помогают им там... Если человек приехал без ничего, его могут там одеть, помочь одеть. Если семья, то там детей определят детский сад, школу там, и так далее. То есть это есть действительно такая вещь. И это довольно хорошо работает. Поэтому, кстати, довольно много людей из бедных стран просто пользуются, чтобы получить вот эту материальную составляющую. Я проживал у себя в собственной квартире, у меня были деньги. По этому поводу я не запрашивал никаких... ничего этого, но в мое время, вот сейчас можно работать, то есть как только вы получили первый документ, у вас уже появляется право работать, то есть вы можете зарабатывать свою зарплату, если вы нашли работу, и не жить за счет никакого социального пособия. В мое время это было запрещено, то есть вот мне предлагали работу, у меня была возможность найти работу во Франции, но я не имел юридического права это делать, поэтому я начал проживать деньги, которые у меня были, а процедура затянулась на 3,5 года, потому что мне, естественно, вы отказали сначала, вот, а потом я подал апелляцию, и эту апелляцию очень долго рассматривали, ну, потому что у меня особый случай. Вот, и в результате мне, когда вот там на исходе 2,5 года у меня стали заканчиваться деньги, я там занял у друзей и понял, что, в общем, не получается, и поэтому вот в самый последний год я подал тоже прошение об этом социальном пособии, и какие-то там первые там 6 месяцев мне платили вот эти самые 300 евро, но я живу у себя дома по своей крыше.
Сергей, скажите, пожалуйста, почему разведчики, шпионы, такие люди из силовых ведомств, которые уезжают на Запад, выбирают Францию? Потому что это белая эмиграция, потому что какие-то есть... потому что быстро, потому что рядом, потому что Сен-Женевьев-де-Буа. Почему? 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 Ну, почему для Франция? Каждого это, опять же, очень сильно индивидуально. У меня был выбор, я сомневался, я думал подавать в Штатах, потому что я съездил, кстати, сразу после 11 сентября, в октябре или в ноябре, по-моему, 2001 года я съездил в Нью-Йорк и в Бостон. У меня была американская виза трехлетняя, и я думал, что, может быть, там закрепиться. Вот. Но остался во Франции, потому что у меня там квартира, я там учился, я говорю на языке, я знаю Францию. Точно так же, как Россия, для меня Франция абсолютно такая же родная страна, как Россия. Вот я даже, может, Францию даже лучше знаю административно, чем Россию. Вот, и по этому поводу для меня это просто было совершенно реально. Франция, кстати, не самый хороший вариант для подачи на право беженцев, потому что во Франции очень неприятная политика в этом смысле. Вот, Но в Агнера бегут именно туда. Ну, потому что там Осечкин. Потому что Осечкин там, и поэтому он им обеспечивает какую-то возможность через его сеть. То есть он именно во Франции он организовал эту сеть, и поэтому они туда и бегут, потому что у них есть некое обеспечение дальше и процедура сопровождения при получении статуса беженца или право на жизнь, на проживание во Франции. Сергей, вот, вы знаете, что заявил Пригожин недавно? Видели его заявление? Да, он сказал, что теперь мы не берем раненых, теперь мы только расстреливаем. Как вы считаете, зеркально, если поступить, это было бы правильно с вагнерами, которые хотят убежать, или все-таки им надо давать возможности схода? Я исхожу из того, что есть Женевские конвенции. Женевская конвенция 49-го года, которые говорят, что человек, который сдается в плен, его надо бы брать в плен. Это обязательство страны, которая ведет войну. И если она этого человека либо пытать будет, либо расстреливать, это военное преступление по Женевской конвенции. Поэтому с украинской стороны нужно соблюдать Женевские конвенции, и нужно их соблюдать очень строго. Я про Запад. Украинская сторона соблюдает. Про Запад. Да. Не принимать вагнеров. Украинская сторона, кстати, я вам напомню, еще есть одна вещь, по которой украинская сторона, к сожалению, и это не надо скрывать, нарушает Женевские конвенции, потому что пленных нельзя снимать и демонстрировать запись допросов с ними по видео. Это нарушение Женевских конвенций. Вот. Это понятно, почему это делается с украинской стороны, но это им надо иметь в виду, что это, в принципе, нарушение Женевской конвенции. И то же самое с российской стороны. В том виде, когда пока она есть, да? Я так понимаю, что после этой войны будет многое переписано, да? Потому что методы, которые против нас работают, в том числе и гибридные. Да. Пока она существует в том виде, к сожалению, ее надо... Она писалась тогда, когда, наверное, и видео-то не было. И видеофиксации когда... не было. Нет, видео тогда уже была киносъемка, тогда это дело существовало тогда. Фотосъемка, видеосъемка, киносъемка. Вот, но действительно ситуация изменилась. Вот это маленькое замечание. Да. А с точки зрения Запада, у Запада нет никакого выбора. У Запада абсолютно нет никакого выбора, потому что если люди приезжают и прошли все процедуры и оказались на территории, с ними можно только на основании правового государства, то есть через суды, через официальные органы. И вот другое дело, что если этим людям отказано будет в праве беженца, да, и, то есть надо, возможно, там депортация, и опять же, их не могут западные страны выдать, например, Российской Федерации, потому что мы знаем, что как вагнерцы справляются со своими, условно говоря, предателями, да, с теми людьми, которые раньше служили. Вот. И вот, кстати, видео, которое Пригожин сделал с убийством в прямом эфире бывшего вагнеровца, оно, кстати, добавило очков этим людям, то есть их, грубо говоря, даже когда за ними не признали право беженцев, их Франция все равно, да, и там западные страны должны оставить на своей территории, потому что просто они не могут их выдать,
Кстати, это тоже по Женевским конвенциям. Их нельзя выдавать в страну, где они рискуют жизнью и где идет война. Еще хотела обсудить с вами такой вопрос. Вот Financial Times написала о Франции вот что. Концепция зовнешней политики... Сергей, я не перевожу, хорошо? На слух воспримите? Да-да, воспринимаю. Я понимаю украинский язык. Да? Концепція зовнішньої політики Франції як держави, що балансує, викликала дебати навколо підходу президента Макрона до зовнішньої політики країни. Китай, його поїздка туди, да, потім заявлення посла Китаю во Франції, да, все, що зараз відбувається. Вот останнє було сообщение о том, що вроде би изъяли эту статью, это интервью из сайта посольства китайского во Франции, да. Европарламент вроде бы высказался уже, и Боррель тоже сказал, что что за фигня, что он несет, да? И вот позиция Франции. Скажите, пожалуйста, разговоры с Путиным, да, на 9-метровом этом столе, но тем не менее, да, в какой точке Франция сейчас? Что с ней происходит? Это сложный вопрос. Во-первых, это были игрушки лично Макрона, да? Вот это у меня, кстати, написано, вот видите, поэтому книжка, где Макрон обнимается с Путиным. Да. Это книжка, которую я написал в прошлом году. Вот книжка вот эта на французском языке вышла в прошлом году. Там тоже Путин с Макроном. А это перевод ее на эстонский язык. Эстонцы ее перевели. У Макрона была... У него вообще он очень специфический человек. Я давно писал там, в 2017 году и в 2018 году критиковал очень сильно его политику, потому что он очень яркий политик лично. Но он абсолютно нулевой, вернее, он очень яркий человек лично, но он нулевой политик, абсолютно нулевой политик. И очень многие вещи, которые он делал внутри Франции, порождали негатив от желтых жилетов там, и так далее. Это все старая история, но вот сейчас пенсионная реформа и так далее. То есть есть вещи, которые просто он навязывает Франции, помимо демократии, существующей в стране. Находит свое выражение, в том числе и в международной политике. Но да, действительно, он пытался, вот у меня такое впечатление, что он просто хотел стать другом Путина, начиная с 2017 года. Да, потому что Путин тогда навязал ему визит в Елисейский дворец, в Версальский дворец. Вот Макрон мог его не принять, но принял, расстелил ему красную дорожку и вообще всячески стелился перед ним. И даже, по-моему, в 2019 году, когда Россию выгнали уже из большой восьмерки, а Франция проводила большую семерку в Биаррице, Макрон принял Путина во Франции, в своей резиденции на Средиземном море, и пытался ему сказать, что вот типа, Вова, если ты признаешь там какие-то свои ошибки, то я тебе помогу вернуться в большую восьмерку. Это у Макрона вот личный бзик. И 100 часов он провел по телефону с Путиным, пытаясь ему что-то говорить. Он не понимает просто, что Путин его, во-первых, не воспринимает, и, во-вторых, все эти разговоры – это просто манипуляция Путина. И когда Макрон это понял, он, значит, опубликовал даже был сделан документальный фильм о том, как он переговаривался с Путиным, и как за его спиной работают его советники. Что, кстати, очень не понравилось Путину, и очень не понравилось Лаврову это интервью. Вот. Но у Макрона постоянно все равно, вот он вроде бы, начиная с июля прошлого года, он сказал, что все, теперь мы осуждаем Путина, я теперь, Макрон, лично осуждаю Путина. Он ездил даже в Африку, когда в Африку ездил Лавров, и говорил, что вот у нас там даже там есть конкретные противостояния, в том числе и на международной арене в Африке. Вот. А потом все равно возвращается, все равно там какие-то переговоры. И вот история скандала, последние два скандала, это да, действительно, когда он ездил в Китай, и опять тоже в Китае говорил, что вот в Китае вы должны там Путина уговорить, что было, в общем, частично правильно в том смысле, что Китаю надо было уговорить Путина запретить ему разговоры о ядерном оружии, прекратить всякие разговоры о ядерном оружии. Потому что Китай это раздражает, Китай добился того, что это включили в какие-то
итоговые документы визита Си Цзиньпиня в Москву, и сразу после того, как Си Цзиньпинь уехал, и Медведев, и Путин немедленно вернулись к этим разговорам. Путин даже сказал о том, что он возвращает тактическое ядерное оружие в Беларусь. В общем, эта история очень неприятная была для Китая. Кстати, тогда посол Китая в ЕС сказал, что вот разговоры о вечной дружбе с Россией – это не больше, чем риторика дипломатическая. То есть там обмены, кстати, любезностями были довольно большие. Китай издал карты новые, в которых почти еще на миллионе квадратных километров, еще до приезда на миллионе квадратных километров возвращены китайские названия в Российской Федерации. То есть на самом деле там подковерная геополитическая и геостратегическая борьба идет в последнее время довольно давно. Но Макрон, понимаете, проблема Франции в чем? Франция была великой державой. Огромной великой державой, и действительно, там вот французская революция, там какие-то идеи, там страна свобод, принимала у себя всех беженцев. И, кстати, это потом ей же и аукалось, потому что аятоллах Хомейни жил во Франции, а потом уехал и сделал исламскую революцию в Иране. Да, вот такие варианты были с Францией. С беженцами во Франции. Вот, Лимонов был гражданином Франции, а потом вернулся в Россию и создал национал-большевистскую партию в Российской Федерации. Да? Ну, вот такие варианты были во Франции. Вот, и Макрон, в общем, понимает, что Франция на самом деле потеряла вес в международной политике, и что, вот, допустим, в украинском помощи Украине главную роль играют Соединенные Штаты Америки, затем Англия, затем страны Балтии и Польша. А французы, в общем, плетутся в хвосте, и даже с точки зрения помощи вот, по экономической составляющей французы дают очень мало. Да, на прошлый год, на середину прошлого года, тогда, когда американцы уже дали там типа 10 миллиардов, и Прибалтика, кстати, страны Балтии были странами, которые на душу населения дали больше всех. Да, это правда. Но сегодня Франция дает нам рельсы и автобусы, кажется, вот сегодня было сообщение. Ну, там много еще тонн чего, рельсов. Потому что Франция еще вам дала, кстати, электрическое оборудование, когда вот россияне стали бомбить вашу инфраструктуру электрическую. Они такие более гуманитарные, да? Да, то есть на самом деле там экономически в последнее время там добавилось это. Потом Франция дала танки легкие АМХ-10 в декабре месяце. И это, кстати, сдвинуло вопрос с танками, с леопардами с немецкой стороны. И это было очень важное решение французское. То есть критиковать их вообще, строго говоря, там до конца не будем. Но варианты были. Но заявление Макрона, оно, конечно, было скандальным совершенно, потому что это заявление скандальным прежде всего для Европы и для США и для Тайваня, да, потому что он сказал, что если у китайцев будет проблема с Тайванем, то Франция не будет автоматически присоединяться к Соединенным Штатам Америки на стороне Тайваня. И это произвело огромный скандал. И последний скандал, это когда у моего друга Дариуса Рожба на канале LCI, на котором я работал 7 месяцев в последний год, он провел интервью с послом Китая, которого он, кстати, регулярно встречает. Это каждый раз история, потому что он ему, кстати, он очень хорошее интервью делает, и он этого посла там ему напоминает и о Тяньаньмэне, и о уйгурах, и о Тибете, и о всех неприятных вещах, которые ему никто, кроме Дариуса, не задает эти вопросы. Вот. И здесь, значит, у посла Китая прозвучали некоторые вещи, которые просто произвели огромный геополитический скандал и дипломатический скандал. Вот сегодня с утра я, кстати, с Дариусом общался там по СМС, я ему сказал, ну ты заварил кашу, потому что сейчас вообще там китайских послов вызвали в МИДы все всех балтийских стран, значит, вот вы уже сказали про про Борреля. Спасибо, да. Передайте вашему другу. Да, министр иностранных дел Германии. Не, на полном серьезе, кстати, Сергей, тоже... потому что пусть определяется Китай, знаете, нельзя быть из вот этих неприсоединившихся стран. Ну, Китай, я так думаю, что они отзовут этого посла рано или поздно, потому что действительно он вот перегнул палку. Но, кстати, он перегнул палку и в вашем смысле сделал очень выгодную вещь вам. Потому что когда он сказал, что Китай, ну, по его мнению, не признает статуса стран, которые образовались после распада Советского Союза, он сказал это о Российской Федерации.
Российская Федерация – это одна из 15 стран, которые образовались после распада Советского Союза. И в этом смысле… Ну, он сглупил, Сергей, образом... подождите, ну, да. Мы члены Организации Объединенных Наций, ну надо знать эту математику определить, знаете, ну, правда. Так нет, ну, подождите, это конечно, он сглупил, но, кстати, в этом смысле он пролил воду на вашу мельницу, потому что в Организации Объединенных Наций ваш представитель постоянно поднимает вопрос, что вот 14 стран, какого которые черта, образовались… собственно? Да, по России. Да, 14 да. стран, которые образовались на костях Советского Союза, вот их принимали в Организацию Объединенных Наций. Да. Не 14, потому что Белоруссия... А эти сами пришли. Белоруссия и Украина были членами Организации Объединенных Наций 1945 года. Да, а эти пришли, то есть там 12... Да еще и сели в Радбез. Приняли. Да, а вот Россия просто пришла и информировала просто де-факто, что вот мы типа сели на это место, и теперь это место наше. Ее никто не принимал, и решение о принятии не состоялось. И на самом деле вот этот китайский посол, он обратно заварил эту кашу, которую не стоило бы ему заваривать. Ну, может быть, и отзовут. Как это? Раньше был фильм «Я ваша тетя из Киева, я буду уважать», а здесь «Я ваша тетя из Москвы, я буду здесь сидеть в Радбезе». Да? Вот смотрите, Сергей, у нас 5 минут осталось. А вопрос у меня один остался. Верите ли вы в то, что Герасимов и Патрушев способны были заварить вот эту кашу во время химиотерапии Путина и попытаться его отодвинуть? Или ерунда, брехня, как у нас говорят? Вполне и допускаю эту вещь. Это, кстати, информация, которую запустил канал генерал СВР, которая была, кстати, ретранслирована Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, вот, и американская и английская разведка. И я в нее вполне себе верю, потому что я вообще считаю, что Путина сейчас ненавидят все элиты российские. Абсолютно все. Нет человека, который его не ненавидит. Они ненавидят его по-разному, по разным причинам. То есть вот там Гиркины и Дугины и Малафеевы его ненавидят за то, что он недостаточно бьет Украину. И давно бы уже пора, и, с их точки зрения, с самого начала надо было применять ядерное оружие и так далее. Вот. Есть элиты, конечно, голуби, которые говорят, что это все было глупостью, по меньшей мере, и преступлением по-настоящему. Вот. И все остальные его ненавидят за то, что он... Они же воровали 20 лет, наворовали миллиарды, а теперь они их не могут использовать, не могут никуда поехать, не могут ничего защитить. Вот ко мне тут обращался какой-то человек в Бельгии, когда я был. Он говорит, вот у нас там есть здание между, в Юкле, между российским и украинским посольством. Вот никто там не хочет там из ваших российских коллег его приобрести. Я ему говорю, ты что, мужик, у них там все арестовано. И вообще, кто теперь из них может чего-то приобрести в Западной Европе? В общем, у них, конечно, проблемы большие, и Путина, я думаю, ненавидят все. Все понимают, что Путин самоубийца, все понимают, что Путин абсолютно неадекватный человек, абсолютный идиот, просто политический идиот. И самоубийца, он всех тянет самого себя, его режим, Россию, даже весь мир значит, в смерть. И по этому поводу с ним довольно много людей, которые не хотят туда идти. Вот, они могут вас не любить очень сильно, как Гиркин, например, да, быть вашими врагами открытыми, но тем не менее, так сказать, они констатацию тех проблем, которые создал Путин для Российской Федерации и добился абсолютно противоположных вещей. Да, там Финляндия вступила в НАТО, значит, новая граница 1350 километров совместная с НАТО. У Финляндии, но после Хрущева ж никого не душили подушкой, Сергей. После Хрущева никого так не снимали, как Хрущева. И табакерка никого не забыла. Все умирали сами. Ну, там вопрос до Хрущева, да, потому что разговор, как умирал Сталин... Тут до Хрущева остается, были мужики, слушайте, могли и умертвить, знаете. Остается открытым. Вот, ну, посмотрим, потому что разговор-то ведь о чем идет речь. С моей точки зрения, у всех у них есть интересы. И я жду просто, когда все они поймут, что вот Путин – это абсолютный идиот и абсолютно самоубийца по отношению к их интересам, конкретных их интересам материальным. И когда они прорюхают, что, в общем, ну, инфаркт какой-то миокардный ему надо сделать. Или его двойнику, а Путина там, я не знаю, в Венесуэлу отправить. Пусть он там в Венесуэле, вы его найдете в Венесуэле тихо, спокойно, так как Моссад нашел всех, кого он хотел найти. Да.
Спасибо большое, Сергей. Смотрите, мы сегодня прямо тютелька в тютельку с вами уложили. Спасибо огромное за интересный рассказ. А вы уже обзавелись ютубами, телеграм-каналами и еще чем-то. На вас куда подписываться, куда бежать? Все есть. Значит, работает телеграм-канал, но я там пишу, просто делаю себе ретрансляцию того, что я делаю в Ютьюбе. В Ютьюбе у меня почти 80 тысяч, и если вы мне поможете набрать 80 тысяч, а потом 100, то с большим удовольствием. Я, кстати, вас поздравляю, что вы пересекли планку в 500 тысяч. Да, 500 000 есть. Как-то страшно даже выговаривать. Подписывайтесь, пожалуйста, YouTube-страничка Сергея Жирнова. Да, спасибо вам большое. Я тогда прощаюсь, потому что у вас тайминг. Спасибо. Спасибо, Наталья. Всего доброго. До следующих встреч. До следующих встреч. Да, спасибо, Сергей. Сергей Жирнов, экс-розвідник КДБ СРСР. Підписуйтеся на його сторінку на YouTube. Підписуйтеся, будь ласка, на сторінку Наталії Мусичук в YouTube. Будемо раді бачити більш ширше коло співдумаючих людей. І щодо мавіків. Значить, вже є сума на один мавік. Я пам'ятаєте, казала вам, ми цілимося на 550 тисяч. Це два мавіка. Т3 вони називаються. І поки що будемо купувати один. Дозбираємо грошей, купимо ще один. Машинка я звідти виставила в соцмережах. Подивіться, будь ласка, бійці дякують вам. Ми дякуємо нашим силам оборони за те, що вони нас захищають. І, здається, все. Коментарі. За коментарі дуже вдячна, але не тримайте себе в рамках. Дякую дуже. Бережіть себе і Україну.